Буэнос диас, гайз. Ядерный рассвет на заре туши экрана, это значит, что мы продолжаем, мать его, так проходить God of War. Ух, после прошлого замеса меня до сих пор потряхивает, все-таки это было эпично. Ты думаешь, ведьма жива? Плохо, если она погибла из-за нас. Она знала, на что идет. Ну да. Ох, ты ж ёпь, Саш. Тут еще. Ага, значит, надо пару разом сбивать. Если обрубить часть, мост должен появиться. Точно. Они нападут. Ага. Ой, лык, и там. Так, и дальше ты чё? На, наверное, наверх. Зря ты жопу повернулся, дядька. Этого я собью. Ай, красавчик. Ай, красотища. Сбит. Так, этого З околбасили. Опа. Ага, началось. Прикрывай спину. Сундучара. Так, полежит пока. Так, еще кусок Леона отгорел. Получилось. Мост снова на месте. Надо вернуться наверх. У них тут не только мосты. Может, эта штука нас поднимет?
Епать. Синяя дверь. Мы у цели. Тык. Ну чё, попедалили? Я никогда не привыкну ходить по потоку света. Дверь. Тут нет щели. Что? Это плохо. Эта дверь не откроется. Эй! Непонятно, зачем тогда тут дверь? Эй! Пошли, найдем другой путь. Так, ну нам не привыкать по ебеням ползти. Эй, Синдри! Сюда. Эй, Синдри, взгляни-ка вот на это. Ладно, мне все равно заняться больше нечем. Сегодня я художник. Так, моя 4.06. Что же еще? О, вы убили древнего? Да. Ну как? Это было сложно? Да. И это все, что ты скажешь? Да. С чего бы начать? Ты можешь хотя бы просто поздороваться. Эй, как Синдри нас обогнал? Он и второй синий передвигаются быстро. Хм. Мы внутри. Конечно. А на чем они растут? Вперед! Ну-ка. Блин, все эти диалоги, даже словечко вставить некогда. Как говорится, я ебу. Хотел, не вышло. Уже можно идти. Кукина!
Вон там, свет. Они накрыли его этой штукой. Но для чего? Смотри, светлый эльф. Что он делает? О, нет! За что его убивают? Он ничего не сделал. Откуда тебе знать? Ты видишь финал войны. Тебе неизвестно, что происходило раньше. Но он не защищался. Таков его выбор. У каждого он свой. Гляди в оба, а этот красный не так плох, как кажется. Я уже дулом прибил. Надо же. Ух ты ж, ёптать, вот эта вспышка. Сбитие засчитано. Свет уже рядом. Ищи, где войти. Сработало. Мосты появились. Иди за мной. Мосты, говоришь? Ну, погнали. Это что, то самое чучело, что ли? Пути восстанавливаются. Так, бегим. Пути-то, конечно, хорошо, но нам бы света отчерпнуть. Мост говном оброс. Блять, это не локация, а кошмар трипофоба какой-то, а? Не находите? Блять, идешь как будто не то по губкам, не то по говну. Давай поищем свет где-нибудь еще. Нет, погоди минутку. Тишина.
Так, эта линия схлопнулась, окей. Теперь вот эту линию. И вот эту. Ёбанастус. Мне кажется, нам сюда нельзя. Тихо. Ты слышал? Будь готов, держись рядом. Эй, а когда мы доберемся до света? Как мы заставим его стать Беврёстом? Ведьма сказала встать в него. Когда? Когда ее выбросил из этого мира. А? Почему я не слышал? Ты думал о ее безопасности, а не о нашей цели. Отец! Тихо! Я держу! Где твой нож? Готов, покойничек. Это то самое чучело, которое за нами охотилось? Опаньки. Обошлось. Да, блядь, не говори, малец. Да я так и делаю. Знаешь, чувак, я вот смотрю и охуеваю. Я, блядь, играю в кино. Ну, с другой стороны. Оно липкое. Конечно, грязище, говнище, называй как хочешь. Галошки, рыбок, все ли маги возьму? Я буду как... Он сам и бежать по дерьму. Ну и нахуя ты это сделал, блядь? Так, пацан, не ссы. Поймаю. А чучело где? Да, цель уже близка. Но нужна осторожность. Ты понял? Понял. Вот, будь готов. Когда начнет рушиться, надо будет действовать быстро. Понял. Ну, не тупи. Прыгай! Ага. Берегись! Вот они! Встань за мной и прикрывай! Хорошо! Нихуя там гопнички! А ты чё? Блин, мне даже пиздить немножко не дают! Еще нам путь! Выпускай стрелы быстрее! Тут много целей, не промахнешься! В узком пространстве толпа сама себе мешает! Не отвлекайся! Нормальная такая лупка. Вот этого я все время ждал! Нормалды лупка. Так, морозильник. Бум, вторая. Чё за нахер? В райском саде жопа спереди и сзади. Красота. Ёпт. Свет восстановил весь храм. Он тут основа всего. Ядрить твою.
Погоди, он поет. Я слышу ее голос. Я же тебе говорил. Думаешь, она там? Очень больно. Руку огнем обожгло. Жди здесь. Но я жди. Хочу... здесь. Это на крайний случай. Ты даешь мне свой топор? Я даю тебе его на время. Это не подарок. Спасибо. Кусается. Нормальность. О, мешок с баблом, блядь. Пожалуйста, вернись. Ты оставила меня тут. Атрей. С ним. Он всегда уходит. Его никогда нет рядом. Я ему не нужен. И не буду нужен. Наш домик? Ну нихуя себе приколы. Я не знаю его, а он не знает меня. И, похоже, не хочет знать. Я сильный. Я умный. Я не такой, каким ему кажусь. Я же лучше знаю. Он со мной не говорит, не учит меня ничему. Лучше бы это он умер, слышишь? Он, а не ты. Что за нахер? Что за отсрал? Но я это не всерьез. Ты же знаешь, я его люблю. Просто хочу, чтобы он был хорошим. Я знаю, он может. Если он попытается, я тоже. Но если нет, прошу, вернись. Я знаю, что ты меня слышишь. Чё-то долго сигарашит. Зачем ты это сделал? Я тебя спас! Ты попал в ловушку! Я ждал и ждал, но ты не выходил! Я сам тебя вытащил! Сын! Меня не было несколько... дней. Мгновений. Нет! Ты ушел туда очень... очень давно! Я не знал, что делать! Ты бросил меня! Опять! Но тебе же плевать! Я... Не может быть. Идем, пока они не вернулись. Хера он тут накрошил. Нашел, что хотел. Да. Ух ты ж. Но нет света, мост не появится. Мы тут застряли, а ведьмина тетива бесполезна. Мальчик, твой лук. Давай-ка.
моей команде. Выпусти стрелу в камень. Сработало. Теперь можно возвращаться. Идем. Лестница завалена. Так. Вон там впереди световой кристалл. Надеюсь, он поможет нам выбраться из этого дурацкого мира. Световой кристалл, говоришь, что-то я не наблюдаю. Уяся. Не, слушай, нихуя, а? Не в ту сторону. Да, земоремонтные работы в храме еще не кончились. Угу. Вот он, переходик. Так, лезем. Сейчас, наверное, выбираемся, будем сворачиваться, что-то подзатянул. Не, значит, я все-таки был дурак. Так. А, ну-ка, ну-ка. Не, надо с моста сбивать, который, сука, перекрыт. Весело, однако. Чё-то долго, я чувствую, мы будем выбираться.
Я зажгу кристалл, если скажешь, откуда стрелять. Пора возвращаться наверх. Так, теперь бы понять, куда именно наверх дорога. По идее, нам надо туда. Как-то залезть, я чё-то хуй ебу. Наглый хуй. Мерзкий хуй. Так, прыг. Скок. Мы насрём под потолок. Зажигательная вечеринка. Это чмо само догорит. Сбил. Красавчик, малец. Да их и смотрю, нормально так электрошочит. Опа. Крокодила. Хлоп. Чё, спереть можно? На пьедестал, куда же еще? Сын. Куча рун. Ты на него ля. Так. Куда он побежал? Так, тормози. А вот куда он побежал? Мы узнаем в следующей серии. Спасибо всем, кто смотрел. Луис, пиписька. До свидания. Адьос, братва.